Имя Егора Крида уже не ассоциируется с Black Star, недавно артист покинул лейбл, сделавший его известным. При этом звезде удалось сохранить сценическое имя и репертуар в отличие от L1, который планирует судиться с бывшими боссами. Поговаривали, что Егор легко отделался благодаря влиятельному другу, бизнесмену Борису Ротенбергу. Но Егор опроверг домыслы и заявил, что ему удалось решить все в ходе многочасовых переговоров с Тимати. L1 уверен, экс-коллега по лейблу лукавит. Крид не ушел из Black Star полюбовно. На нем и его песнях заработано много миллионов рублей. На мой взгляд, это нельзя назвать полюбовно, подчеркнул музыкант. Несмотря ни на что, Леван Горозия не жалеет о сотрудничестве с Юнусовым. Повернись время вспять, я бы снова подписал контракт с лейблом. То были прекрасные времена. Тимати – неплохой человек, но его тактика ведения бизнеса мне не подходит. 2 года назад я обсуждал с ним, что хочу исполнять свои песни, но, как оказалось, должен заплатить за это 170 миллионов рублей, признался рэпер. Основатель Black Star прокомментировал высказывание Левана. Люди быстро забывают, как приходили ко мне без денег, голодными. Так было и с Леваном. Он пришел ко мне, сказал, что его выселяют из квартиры. Был готов на все. Мои ребята не понимали, зачем он нужен, но я настоял, чтобы Леван остался. У него стало все получаться. Но к концу контракта люди обо всем забывают, говорил Тимати, пообещав рассказать всю правду об артисте после суда с ним. Егор Крид впервые прокомментировал уход из Black Star. Что касается Егора Крида, то он старается не затрагивать тему ухода из лейбла и довольно положительно отзывается о бывшем боссе. Очень благодарен ребятам за поддержку, за все, что было. Я же из Пензы, маленького города, это был другой уровень. Мегаполис начал меня жрать, но пацаны из Black Star стали моей стеной, говорил артист. К слову, сейчас Криду не до разборок. Все время отнимает творческая карьера. Так, недавно певец представил на суд публики клип на композицию «Сердцеедка», который за первые сутки посмотрело более 1 миллиона пользователей сети. Кроме того, Егор пробует себя в качестве актера. Скоро на экраны выйдет фильм с его участием.